Открытие выставки «Жена героя» состоялось в Сургуте. Фотопроект набирает популярность по всей стране, и Югра не исключение. Участницами стали супруги, матери, сестры и дети военнослужащих из городов и поселков округа. Сюжет Марины Селезневой. Хрупкие, но невероятно сильные духом. У каждой участницы проекта своя история, но всех их объединяет вера, что скоро родные вернутся домой. Ирина Исакова ждет из зоны СВО своего отца. Говорит, увидеть повестку никто из членов семьи не ожидал, ведь папе уже за 40. Она пришла так спонтанно, прям, что морально мы не были к этому готовы. Вот, ну все, начали сборы, забрали, плакали, но он нас поддерживает оттуда, звонит. Наталья Утева переживает разлуку с сыном. Он проходил службу по контракту. Когда пришел приказ отправляться на Донбасс, без капли сомнения сказал: «Мама, я еду». Этот проект, я считаю, что он сближает нас, женщин, которые помогаем друг другу своими вот этими силами, словами, своими историями. Вот сейчас вот сидели, разговаривали, и мы понимали, что мы в этой ситуации не одни. Мы поддерживаем друг друга. Девочки сильные, и они меня поддержали, себя поддержали, и своих героев тоже поддерживают, ждут, верят в них. Просто с такой мощью они верят и ждут их. Открытие фотовыставки в Сургуте приурочено ко Дню защитника Отечества. Здесь присутствуют жены, сестры, матери и дети тех, кто находится на передовой. В Югре проект объединил 77 женщин. Сложно, особенно когда обнимаешь китель. Самые тяжелые кадры. Ну, эмоционально очень тяжело. Я фотографировалась с ребенком, сейчас маленьким, двухмесячным. Рядом с портретами письмо дорогому человеку. Я написала, что он вернется, потому что он обещал. Потому что, ну, он сказал, что у меня нет вариантов, трое детей, как бы, и ты, и я просто не могу с тобой так поступить, поэтому я вернусь. Ну, как бы, собственно, об этом я ему и написала. Все снимки есть у участниц в электронном виде. Некоторые уже поделились ими со своими мужчинами. Они смотрят, и у них чувство вот этой тепла, что дома все хорошо, и что в них верят, что их ждут еще сильнее. То есть это прям большая сила для тех людей, которые сейчас там на передовой. Для каждой из женщин проект – это возможность рассказать о своей вере в победу и поблагодарить любимых за мирное небо над головой. Следующая выставка пройдет в Ханты-Мансийске 8 марта. Марина Селезнева, Елена Коткова, Сергей Ваяшко, Рашид Латыпов. Вести Югория, Сургут, Ханты-Мансийск.